выглядит Польша и польский народ с точки зрения диагностики кармы всего народа? Польша выглядит неплохо. Дело в том, что картинка является динамической. Есть светлое пятно, которое, у которого есть тенденция к увеличению, это главное. И есть темное пятно, достаточно мощное. Тенденция к улучшению сильнее, чем тенденция к ухудшению, это главное. Дело в том, что Польша является, как и Россия, страной, которая объединяет восточное и западное мышление. И это условие гармонии, соединение противоположностей. Слишком сильное стремление к западной психологии, то, что называется, к обществу потребления, может разрушить гармонию двух противоположностей, и затем это может вылиться в политические, экономические и другие проблемы. Но я думаю, что польский народ сумеет сохранить гармонию, и это главное.